А Куйбышевский районный суд сегодня вынес приговор бывшей участнице скандального реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Полетаевой. Следствию удалось доказать, девушка в составе ОПГ занималась незаконной банковской деятельностью. Группировка из 6 человек обналичила 1,5 миллиарда рублей и заработала на этом 30 миллионов. Гособвинение требовало назначить Полетаевой наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Впрочем, вину она не признала и на протяжении всего заседания заявляла, что не пошла бы на знаменитую телестройку, если бы совершила преступление. А у меня нет ничего, ни машины, ни квартиры. Живу с родителями. Нормально поработала вообще. И просто прокурор просит мне 5 лет лишения свободы вообще, чтобы я якобы исправилась, что мне невозможно исправить в условиях без изоляции от общества. Да? То есть меня в чем исправлять? В чем меня исправлять? То, что я платежи проводила, это законно. Где закон о том, что я не могла отправлять эти платежи? Я себе ничего не присвоила, я не украла ничего. Да? Как бы. То есть я работала, получала скромную зарплату 20 тысяч. Что я такая была отчаянная идти на преступление за 20 тысяч? Велись телефоны, запись телефонных переговоров. Были исследованы письменные доказательства, это были таблицы, которые она составляла, где были указаны суммы, а также проценты. После каждой проведенной операции она осуществляла звонки Трофиму, где подробно докладывала о каждом проведенной банковской вот этой вот операции. На заседание Полетаева пришла с вещами. И не зря. Суд признал ее виновной и приговорил к 1,5 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.